forward. Spasiba. Do you accept the results of the report by the Dutch Safety Board yesterday into the disaster surrounding MH17? Ви приймаєте итоги голландського розслідування? Ну, подождите, які там итоги? Там просто перше, почему причина, почему он упал, почему он был сбит, да? А итоги, ему сказать, как раньше говорил, у нас не было и сейчас нет буков. Поэтому мы не могли сбить этот самолёт. What do you say to the relatives of the victims who feel that you're playing politics with this issue? Что бы сказали родственникам жертв, которые говорят, что вы играете политические игры по этому делу? Ну, я во-первых, ни во что не играем. Мы как заявляли, так и сейчас говорим. Мы этот самолёт не сбивали. А второй момент. Политические игры играет Украина. Это страна, которая была обязана закрыть своё воздушное пространство на ту территорию, на которую ведутся боевые действия. Украина этого не сделала. Так кто играет политические игры? One more question about the wider peace process. Это уже третий вопрос. Мы спросили три вопроса. Пожалуйста. One question about the peace process. Пацаны, всё, не трогайте никого. Last question about the Minsk, are you now committed for the Minsk peace process, for this territory at some point in the future to become part of Ukraine again? Вы поддерживаете Минский процесс, по которому этот регион когда-то снова будет частью Украины? Вы знаете, я сомневаюсь, что этот регион будет частью Украины. Скорее, Украина будет частью этого региона. Спасибо большое. А как вы думаете, что случилось с войной? Вы знаете, очень тяжело сказать, почему, потому что очень странно само расследование идет. Половина обломков еще не забрали. А как можно сделать выводы, если не собрали все обломки? Вы думаете, что его отмели буком или... Я ничего не думаю, я не эксперт. Я просто считаю, что это неправильно идет расследование вообще. Почему тогда не забирают эксперты все обломки? Почему до сих пор не забрали? Почему так долго держали выводы черных ящиков? Почему засекречены до сих пор выводы комиссии всей? Объясните. Я это считаю, что если это открытое расследование, почему не допустили Малайзию? Ну, это государство, которое там больше жителей погибло при этом. Это большая трагедия. Любая смерть трагедия. А так как это идет Украина, так же, как сделали выводы Нидерланды, понимаете? Ну, установили что? Что-то была ракета, до сих пор не знают какая. До сих пор спорят по поводу, откуда она прилетела. Ну, можно сказать, что буков у нас нет и не было. Поэтому, если бы было сбито буком, то только территория Украины, только украинские военнослужащие. Просто в тот день, сразу после падения Боинга, выпустилось заявление ДНР, что они сбили транспортный самолет Украины. Вот вы знаете, это, скорее всего, было фейковое заявление. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Я просил корреспондентов под ноги не лезть. Отходим туда, на плац.